Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Всем привет, да, меня зовут Эдисон. И, как я говорил, в прошлом эпизоде мы продолжим вот тут. Я не знаю, я вроде уже потерял вот того нашего покемона. А, нет, вот он. Я боюсь, что мы его не словим. Так как... Ух, мать твою, Арон. Чё за хрень? Отлично. Чё ты так вообще убегаешь? Мы с ним два раза начинали бой, и три раза, и три раза он убегал. Как его вообще словить? Охренеть, зараза. Вот это как будто это покемон меня бесит. Уже два раза его пытались словить, и два раза его не словили. Еще один такой, третий покемон. Ух ты, дружок, если ты сейчас не словишься... Убегать ты с боя, я вижу, очень любишь. Ну да, в принципе, у тебя шансов нету выиграть. Можно и так прямо сказать. Но суть в том, что это уже третий точно такой же покемон. И я его еще даже ни разу не пытался словить. Так как один раз он убегал, второй раз мы его убили. То есть наоборот, первый раз мы его убили. О, видите, там Синдаквилл. Еще один такой покемон, который у нас есть. Который, в принципе, у нас уже прокачанный. Пытаемся. Ух ты! Отлично. Вообще очень отлично, что мы его словили. Фу, на одного нового покемона меньше, то бишь мы его уже словили. Синдаквилл, я там еще одного вроде нового покемона вижу, если я не ошибаюсь. Метанг он называется, да. Сейчас мы летим туда, в смысле плывем. Если мы его словим, или может не словим, то бишь если может у нас кончится покеболы, то я уже думаю, или вот тут начнем строить дом. Ну, в принципе, это фиговенько, так как я еще раз скажу, нету деревьев, и это будет очень плохо, так как... Да что ты... Ладно, я его специально, ну, в смысле, не специально попробовал, может убил, может не убил, так как я видел еще одного такого покемона. И так, ну, если не убьет нашего Чаризарда. И вот что я хочу сказать. Если... А, ладно. Я не... Вот то, что я не хочу тут начинать строить дом, это потому что тут нету деревьев. А нету деревьев, значит, нужно каждый раз будет бегать куда-то в лес и рубить себе деревья, чтобы построить нормальный большой дом. Ну, не в смысле очень-очень большой, а такой, как бы запасной, можно сказать. Что-то я вообще... Вообще никаким скиллом его толком не могу ударить. В смысле могу, но я боюсь его убить. Еще один раз попробую его словить. Если нет, то потом ударю сильным скиллом. Иди ты в попу. Да... Убили его. Ну убили так убили, ладно. Потом, я думаю, еще найдем, так как я не очень такой редкий покемон, как вы заметили. Я его уже пару раз находил, но суть в том, что у нас покеболов нету. Это не очень таки прикольно. Чё нам сейчас делать? Ну, в принципе, сейчас тут можно поставить waypoint. Телепортнуться домой. Иди поспать. Ну, отлично, идти поспать, идти вылечиться, в смысле наших покемонов. А, да они уже и так вылечены, я же поспал. Что-то я затупил. Вот этот красивый покемон, который был Чикарита, потом Бейлиф, теперь Меганиум. Фу, ладно.
Сейчас тут я просто так выбегу на улицу, посмотрю, есть ли тут какие, может, новые покемоны какие-то заспавнились. Сколько тут гасли. Плюс к тому еще Баттерфри тут летает. Тоже Баттерфри очень таки продумали, в смысле, текстурки более такие реалистичные стали. Не квадратные, в смысле, а круглые, да. Так, никаких тут покемонов вроде не заспавнилось новых. Как я заметил, да? Ладно, телепортируемся. У, Оникс, Оникс, видите, Оникс, не, через непрогруженные текстурки. Еще один Меган. Мегант, или как он называется. А, ну у меня одна ультрабол. Один ультрабол. Да. Фиговенько. Кстати, да, нужно уже действительно начинать делать покеболы, собирать опять те же априконы, так как... Я помню, я себе за один заход, помню, делал где-то по 40 ультрабол, и сейчас, я думаю, тоже так можно начать еще раз сделать, попытаться, так как... действительно, нет уже ультраболов, и нужно начинать опять их делать, чтобы продолжать ловить, в принципе, покемонов, логично. А, ну чё, пытаемся вообще куда-то полететь, найти еще один материк, в смысле остров какой-то, нормальный, не вот этот, что сейчас на горизонте там прорисовывается. А, ладно, летим, 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 летим. Конечно, полет все-таки действительно еще не очень проработанный, в смысле, ну вот, глючит, и это меня бесит, что оно глючит. Так же, как и было сложно управлять, но сейчас может чуть-чуть полегче. Но суть в том, что как было сложно, то так может чуть-чуть легче, ну как бы чуть-чуть легче. А, это Чаризард. Ладно, плывем. Да, ну на этом острове я точно не буду дом себе строить. Кстати, там что-то рисуется. А, да, большой там остров нарисовался. Хотя там вроде какой-то материк рисуется. В смысле, новый большой остров. Ух, сколько вас тут. Столько одинаковых покемонов и ни одного босса нету. Кстати, действительно, этого покемона у нас еще нет. Чё вас тут столько спавнится? О, отлично, нашли еще какой-то материк. Новенький. Ну, в смысле, на котором мы еще не были. Все, падай, 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 падай. Ну и не скажите, что это не закон подлости. Ну как это может не быть законом подлости? Это просто... самый огромный закон подлости, который существует вообще в мире. Смотрите, еще один новый покемон. Я летел, да? Я хотел спрыгнуть через Чаризарда, чтобы доплыть до этого острова, да? Спрыгнул я через Чаризарда, да? И смотрите, на какой участок я упал. Вот, на этот. Не упал сюда в воду, не упал сюда в воду, не упал сюда в воду, не упал сюда в воду. А именно спрыгнул там, где вот находились вот эти 5 на 5 блоков. Это хотите сказать не закон подлости? Ах, да. Сколько тут океана, смотрите, сколько тут воды. Нет, я должен был упасть именно в эту точечку, маленькую. Маленький такой... кусочек земли, да? Именно сюда. В принципе, как? Логично, да? Там я, кстати, где-то нового покемона водного видел. Вот тут, вокруг этого острова плавал. Этого обрывкового острова. Но сейчас я его не вижу. Ну, в принципе, я и не знаю, словили бы мы его или нет, так как... так как покеболов у нас нету. Кстати, вот тут можно... О, кстати, там еще вроде вот такой же покемон. Новенький, в смысле. А, в принципе, тут даже вот себе можно сделать вот такой дом, да и все.
Хотя я не знаю, не знаю, не знаю, так как... Посмотрим еще сейчас. А, ну, логично, да. Очень логично. Ладно. Убили так убили, потом, я думаю, еще может. Найдем. Сейчас я наоборот буду бежать в ту сторону, так как там остров заканчивается, тут как бы наоборот его продолжение сейчас будет начинаться. Если более ничего там подходящего не найду, ну в смысле такую локацию, которая мне будет по душе, что я там захочу очень так строить дом, то вернусь вот сюда назад. А, ладно, бежим. Так, еще Квиллаву вроде осталось прокачать до ее последней эволюции. Нет, не хочу эту строить дом, так как тут кусочек вот такой обрыв... Дом, в смысле леса, и остальное пустыня. Тут Пикачу. Сейчас мы, короче, через пустыню быстренько перебежим. Да, о, кстати, там уже равнина. И... Ух ты! Сейчас мы что-то забубухаем. Сейчас. Я только хочу посмотреть вообще, как это будет смотреться. Попытаемся убить. Ты чё, охренел? Чё это за покемон? Корова. Может, она действительно корова? Стукнул нам один удар. С одного удара убил почти что нашего Чаризарда. Капут. Зато у нас еще один есть вот такой покемон Квиллава. В смысле... О, еще одна деревня. Ни хрена себе, вот корова зажралась. С одного удара почти что убила Чаризарда. Оставила ему там парочку ХП. Нифига себе. Кстати, вот такой коровы у нас еще нету. Можно будет словить. Снорлакс, привет, друзьяка. Ты у нас уже есть, в смысле не ты, а твой брат, наверное. А, ладно. Тут вообще есть вот тот домик. Ой, что-то я не туда побежал. В смысле, вот тот домик, где сундук. Я думаю, есть, так как там что-то вот такое похожее. Или нет? Нет, нет, вот нет. Нету. Ладно, нету так нету, пофиг. Нам как-то это пофиг, реально. Ладно. Че тут зал... Ладно. Так, сейчас мы покушаем. Я уже имею одну идею, где можно... Даже две имею идеи, где можно сделать дом. Первая эта идея. Вот на том маленьком острове, который я там вижу. Видел. Точнее. Вторая идея, это на джунглевском дереве. То бишь, действительно найти джунгли и просто-напросто сделать такой домик на дереве. Я думаю, это прикольно будет выглядеть, как думаете? Так что, я не знаю, я или сейчас, я, в смысле, я сейчас не буду, наверное, начинать строить дом. А просто-напросто вот сейчас пойду, сделаю там вейпоинт, где более-менее так можно построить дом. И второй вейпоинт у нас будет... Как, найдем вообще как бы какие-то джунгли, в принципе, можно и там будет сделать себе. Так что, дорогие друзья, я сейчас у вас прошу, где вам как бы больше нравится, чтобы можно было сделать дом? Вот сейчас, вот на этом таком островке, видите, а это большой остров, я думал, он будет намного меньше. Вот коровятина сильная. Два магмара, да чё, вроде редкие покемоны. Вроде, вот тем более, вроде. Вот, или тут такой домик построить.
Вот. Где-то вот на этом острове. Вот тут такой домик построить, тут такие мостик вот такой сделать. И как бы, чтобы можно было гулять через этот мостик. Или же действительно найти джунгли и просто сделать какой-то, в смысле, даже не одно как бы дерево, а чтобы два джангловских дерева было рядом и как бы бум, как бы построить дом. Ну, на двух деревьях джанглевских, как бы, будет большой такой дом, можно сказать. Вообще, что вам больше нравится? Я сейчас у вас прошу, как бы, совет. Ну, в смысле, даже не совет, а просто-напросто. Чё вы вообще, как больше вам нравится и как бы вы хотели, чтобы я построил? Или вот, например, в обычном лесу. Или, например, чтобы вот был лес там, равнина, и просто-напросто чтобы был океан, и в океане чтобы, о, еще один такой покемон Арон, но он у нас уже есть, и чтобы возле рядом океана как бы на пляже был еще такой небольшой остров, чтобы просто-напросто забежать на остров, построить там небольшой такой домик, и чё, и в принципе возле того дома как бы возле того дома, ну да, в смысле дом на небольшом острове, я что-то вообще запутался, что я хотел сказать. И возле того дома, как бы построить такой небольшой мостик, который будет соединять вот тот как бы остров. Это что за покемон? Пичу! Охренеть, вы что, даже Пичу добавили? А я говорил, что Пичу нету. Охренеть. Да вы вообще, ребята, молодцы. Первую эволюцию Электробуза добавили. Первую эволюцию Пикачу добавили. Причем первая эволюция Пикачу имеет больший уровень, чем сам Пикачу. Не знаю, логично это или нет, но... Ох. Так что, действительно, я еще раз скажу. Три варианта. Как вы скажете, как больше будет... Ну, в смысле, чем... Как больше вам понравится, так и... Я думаю, можно будет построить дом. Или в лесу, просто-напросто обычно, в лесу какой-то найти участок такой, небольшой участок в лесу, может где-то возле озера какого-то. Я не знаю, ну почему, но у меня такие, можно сказать, зашибы, что я не хочу строить дом в любом месте. Я, если честно, вот так действительно всегда бегаю, тщательно выбираю место, чтобы мне было просто-напросто по душе, чтобы я действительно полюбил то место и как бы меня аж стукнуло что-то в голове. Вот, я хочу тут строить дом. То бишь... ну, чё ты не бьёшь? Ну. Так что, действительно, как вам больше будет нравиться, скажите. Или обычно в лесу, возле озера какого-то. Или, например, на каком-то острове, возле пляжа, можно и так сказать. Или... В тех же джунглях на каком-то большом дереве. Ну что-то вот этот биома, знаете, мне не очень таки нравится, так как, в смысле, не биома, а вот этот материк, можно сказать. Я его вроде нашел, но я не скажу, что он большой. Вот это меня больше всего и бесит, что я его уже бежал. Начало биома там лес, потом пустыня, потом равнина, все, конец биома. Так что я не знаю. А, и Черизард наш мертвый. Ладно. Твою ж фуражку. Я пока это нормальное место найду для дома. Так что, короче. Я все-таки больше склоняюсь к дому на дереве. Я не знаю, но это как бы поприкольнее. Как раз и выспимся сейчас, чтобы день был. И... Просто-напросто опять туда телепортируемся. Вызываем Черизарда. Черизард, Черизард, ты будешь когда-то летать нормально? Все, вообще как бы полетим сейчас просто-напросто вперед, если это, конечно, удастся, так как
Летать на этом Чаризарде — это одна проблема только. Сейчас я упаду в воду и хрен взлечу, короче. Ну взлетай ты! Ну я же shift! Какой shift? Я же капс... Какой капс, да твою мать? Я уже заговариваться что-то начал. Я уже space так жму, что дырка сейчас там будет. А ты в воду падаешь. Да как тобой же управлять? Ну, Чаризард, ты бесишь. О боже. Мне сейчас вообще еще, короче, хрен до какого-то материка нового доплывем. Я уже не знаю, уже 2-3 серии просто-напросто... О, Лапрос там. Потом можно его будет словить, так как сейчас у нас и покеболов нету. Я уже не знаю, сколько серий, но я... Просто пытаюсь найти какой-то подходящий материк. Биом. Чтобы можно было там нормально поселиться. О, это что там такое? Это что там такое? Да не назад летит. Оранжевая ты башка. Это что я там нашел? Грибной биом? Ох, это или Майнкрафт глючит, и поэтому, в смысле, вот мир грузится, и поэтому Чаризард так кончено летает. Или просто руки оторвать тому, кто делал ему управление. Если мы сейчас опять куда-то упадем. Нет, упали в воду. Если я не ошибаюсь, мы нашли грибной биом, да? Я никогда в жизни, если честно, еще не находил грибной биом. И это действительно грибной биом, и это вообще первый раз, что я вообще нашел грибной биом. Это круто. Хотя я не вижу тут ничего такого сверхъестественно крутого. Не знаю, обычный биом, ничего тут нету. Обычные 10-метровые грибы, который встречается на каждом шагу. И в принципе все. Больше я ничего такого не вижу. Обычный грибной биом. Мать твою за... Вы смотрите, что там чудится. Чё это такое? Чё у вас там вообще за вечеринка, ребят? Типа в честь грибного биома, что я нашел грибной биом. Сколько тут этих покемонов? Ни хрена себе. Да... Голову бы вам вашу тупую оторвать за такие поступки. Что вы нападаете неизвестно нахрена. Я понимаю, что вы покемоны, что вы так запрограммированы, чтобы нападать. Просто, в принципе, это тупость. А, только чтобы там был нормальный биом. В смысле, хотя бы лес какой-то. Я уже, короче, соберусь и просто-напросто построю уже себе дом какой-то. Но там ни хрена нету. А, ни хрена нету. Опять, то бишь, придется летать на Чаризарде. Чаризарде. Как он меня достал своим полетом. Уже проще креативный режим включить и взлететь нафиг. Ух, сколько вас тут. Ах, вы чё, дураки? Все убили. А вот эти... Огромные такие уровни. Полетели. Чаризард, лети нормально. Если нет, я крылья твои нафиг оторву и себе пришью. Я уверен, что я намного быстрее и качественнее буду летать, чем на тебе. О, я уже думаю, действительно, на этом уже можно сейчас закончить. Хотя бы, может, в принципе, попытаюсь еще что-то найти. Грибной биом нашли, неизвестно нахрена. В принципе, что я там могу взять? О, мы нашли еще один материк, вроде, если я не ошибаюсь. Да, отлично. Все, короче, наверное, в следующий раз я буду тут. Нет, это не материк, это какая-то хрень опять полная.
обычный кусочек. Кусочек какого-то острова с песка. Я грибной биом быстрее нашел, и то первый раз в жизни я нашел грибной биом. И быстрее, чем какой-то, чем джунгли те же. А, я уже не знаю, сколько эта серия идет, уже где-то минут 25, так. В принципе, мы в ней даже ничего толкового не делаем, а просто-напросто летаем. Я уже даже не знаю, насколько я отлетел от своего дома. Это меня уже бесит. Если я в протяжении еще одной серии не найду себе дом. Черизард опять залагал. Опять в воду падает. Я действительно в следующей серии уже себе, наверное, просто найду какую-то обычную биому. Не буду искать никакое финтибубельное место. Ну харе глючить уже. Ну Черизард, твою ж фуражку. Ну ты меня бесишь. И взлететь, все, хрен сейчас взлетишь. Да, я в курсе, ты плавать можешь и умеешь, но как-то не очень. 6000 километров от нашего дома, и мы ни хрена еще не нашли. Опять я сюда телепортнулся. Короче, дорогие друзья, что я сейчас сделаю? Я, короче, давайте закончим эту серию. И просто пока не буду я это все делать на съемку, так как видите, действительно таки очень долго это все искать нормально подходящее место. Я, короче, просто-напросто вот сейчас остановлюсь. Извините, если я действительно что-то ищу там долго. Я, наверное, просто без съемки, знаете, полетаю, меньше лагать будет. И плюс к тому, я действительно просто-напросто полетаю и попытаюсь найти хотя бы те же джунгли. Если найду, то в джунглях в следующей серии начну снимать, и как бы все, я скажу там всем привет, типа, и все, я как бы вот тут начинаю строить свой дом. И все, дорогие друзья, давайте на этом прощаться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем спасибо, всем удачи, всем пока.